Я ждала, поэтому почти плакала. Всем привет, ребята, это Кёна. Я не могу поверить сама, что это ровно год назад была наша свадьба. Сегодня наша первая годовщина свадьбы, поэтому мы не знаем, как нужно отмечать. Я не знала, что так время быстро летит. Сегодня, поэтому мы забронировали гостиницу и ресторан, и будем вдвоем хорошо отмечать. Тогда поехали вместе. До этого я не знала, что я потеряла сумку. Ребята, какая я молодец. Вчера я с подружкой покушала в кафе и оставила сумку. И я про нее вовсе забыла. Сейчас едут забрать, блин. Что со мной? Ну, я не сильно переживала, потому что в Корее можно легко найти. Наконец приехали, и оказывается, тут такой концерт. Чтобы войти в гостиницу и бассейн, обязательно нужно показать, что вы два раза сделали прививки. Это гостиница, в которой мы будем праздновать наша первая годовщина. Мы забронировали в Инчоне гостиницу. Тут. Вау! О, боже! Очень мне. Это Откроем наш торт. Мама? О, очень красиво. Как? Тут написано наша первая годовщина. Это кто? Я. Я вчера спросил тебя, что ты любишь черный цвет человека. Один раз, два. Хочу показать вам такой торт. Юн так написал, что наша свадьба первый год. Ого, откуда? Лягушка какая. Вкусно. Это очень красивый торт. Очень нравится такой. Теперь идем в сауну. Она очень далеко. Это-то! Говорят, тут есть вечерний бассейн. Я думаю, это просто клуб. Я не знаю, как в России, но у нас есть водный массаж, очень сильный массаж. Потом мы переоделись и будем наслаждаться корейской сауной. В сауне есть библиотека. Корейская сауна. Так хорошо. И когда мы вернули в номер. Я вообще не ожидала, поэтому почти плакала. Пинки парк, моя пинки парк. 어떻게 했어 진짜? 어? 아니 진짜 완전 Мы переоделись, а сейчас пойдем покушать, поужинать. Ресторан я забронировала, потому что я хотела кушать
아, 기타이스크 쿠크니. 예쁘다. 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 Пришли покушать, и тут очень красиво. Вау. И мы заказали утку китайскую, пекинскую утку. В России тоже часто кушают, но в Корее очень редко можно кушать. Да, нам говорю. Последний это годовщина, это массаж. Я очень обожаю массаж. Все после массажа вернулась в номер. Скорее уже ночь, а смотрите, тут вид из Сеула очень красиво. Пока, споки-ноки. Юн кровать это тут. Я по ошибке забронировала две кровати. Спасибо большое, кто поздравили нас, и я очень надеюсь, что вы будете наблюдать нашу вторую, третью годовщину. Люблю вас!